Привет, друзья! Сегодня у меня в ремонте Porsche. Итак, машина уже у меня в мастерской. Машину привезли наполовину разобранной. Но мне придется еще много разобрать, чтобы начать ремонт. Для ремонта мне привезли вот такой донорский кусок. Итак, начнем. Итак, машина разобрана. Я не показываю разборку, так как это скучно и долго. Это малая часть того, что я снял. На этой машине я решил не вытягивать поврежденные места, незачем. Сразу начну удалять. Но сначала я возьму нужный кусок с донора. Часть на замену имею, теперь удаляю поврежденный металл, то есть весь перед. Передняя часть удалена. Устанавливаю машину по уровню, наношу клей для кузова и устанавливаю другую переднюю часть.
Перед креплением переда обязательно устанавливаю подрамник. Подрамник встал хорошо, теперь измеряю верхнюю часть. Размеры я взял с небитой части донора. Итак, перед установлен, все размеры в норме. Начинаю сваривать, клеить, клепать.
Итак, варить, клеить и клепать я закончил. Забазываю места соединения герметиком, после этого крашу. Передок покрашен, осталось только собрать. Устанавливаю все детали, которые я снял, и те, которые привез владелец. Моя работа с этим Porsche закончена. На эту работу ушло 75 часов.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть больше видео. Пока!